Преимущество утренних тренировок. Когда вы просыпаетесь утром после 8-12-часового голодания, хранилища гликогена истощены. Тренировки при таких условиях заставляют организм мобилизовать жир, так как гликогена недостаточно. Потребление пищи вызывает высвобождение инсулина, который мешает мобилизации жиров. Утром в организме меньше всего инсулина, следовательно, вы сожжете больше жира именно в это время. После ночного сна в крови меньше всего углеводов, глюкозы, значит, вы можете сжечь больше жира. Если вы едите прямо перед тренировкой, то сожжете именно эти углеводы, а не жир. Когда вы тренируетесь утром, метаболизм остается повышенным весь день. Если вы устраиваете свои кардиотренировки вечером, то сжигаете калории только в это время, что очень хорошо. Но вы не получите повышенного метаболизма в последующие часы, так как ляжете спать. Утренние тренировки поднимут уровень вашего метаболизма на весь день. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. Всем мир, до новых встреч!